Здорово всем, ребят, с вами HillHertz, и сегодня у нас новости насчет обновления номер 26, которое появилось в PUBG на тестовых серверах. Давайте же посмотрим, что к чему. И здесь действительно есть о чем рассказать. Как обещают разработчики, старые УАЗы на карте Викенди будут заменены на новые машины Зима. У них будет повышенная проходимость, но меньшая скорость. Все мотоциклы, которые раньше были на снежной карте Викенди, теперь будут заменены на снежные байки. Как написано, у них мало прочности, однако они очень маневренные и быстрые. Наконец, ракетница появится в PUBG на постоянной основе, пока что на тестовом сервере, однако потом оно перейдет на основу. Если кто не знает, то если выстрелить вверх, найдя ракетницу внутри белого круга, то прилетит большой аэртроп, в котором будет, ну как бы, дропа на 2 человека, а если за пределами белого круга, тогда прилетит бронированный УАЗик. Боевой пропуск Викенди закончится уже 26 февраля, так что если кто-то еще не успел его доделать, самое время сделать это. Ну и наконец, теперь самое интересное геймплейное нововведение. Если кто не знает, то кое-какие люди еще в январе 2019 года нашли зависимость, то что у разного оружия, в частности у аэрок, есть различная скорострельность в зависимости от вашего FPS. И теперь вот разработчики ввели какие-то новые функции, которые должны это пофиксить. Из-за того, что сообщается, 26 февраля это не перейдет на основу, так как разработчики еще до конца не уверены, правильно эта система или нет. Также еще разработчики утверждают, что завезли немного оптимизации. Прикольно, давайте посмотрим, на что она способна. Ну, в целом, по управлению очень даже приятненько. Осталось еще мотоцикл найти. Ну и самое интересное, наверное, нам поглядеть, как она будет на снегу себя вести. Давайте какую-нибудь снежную часть найдем и поглядим. Ну, сразу хочу сказать то, что с поворотностью у нее не очень, с маневренностью. Ну, по снегу довольно неплохо идет. В общем, отличный новый транспорт в PUBG. Ну и разумеется, мне посчастливилось еще найти мотоцикл снежный. Давайте посмотрим, на что способен он. Ну, в принципе, довольно интересная штука, необычная. Господи, это так забавно. Даже не знаю, что лучше, нормальный мотоцикл или вот этот вот. Ну, по идее, он должен быть намного управляемее на снегу. У него даже сигнал есть. И это радует. Ну и, пожалуй, пока что это все новости из обновления номер 26. Если вам было интересно, то можете подписаться и поставить лайк. С вами был HillHertz, всем всего хорошего и удачи!